Говнюк, не, ты туда не пойдешь. Ты не пройдешь. Вот оно почему. Он прошел! Ты серьезно? Пошел нафиг. Нарколептик вонючий. Идут за водой. Я сказал вам не брать эту воду. Вам нельзя, понятно? Но они умудряются все равно проходить и брать ее. Бастует. Какие требования? А, слушайте, у него нету этого. Прости, чувак, я сейчас тебе дам то, что ты хочешь. Такс. Такс. Кто тут спит вообще? Редширт какой-то спит. Воин 2. Кто-то еще тут есть без кровати? Не повезло тебе, Редширт. Все. Радуйся. Прости, чувак. Иди спать. Все, теперь у него все нормально. Ой, склад переполнен. Ну, даже не знаю, что и делать тогда. Скоро вы. Ну почему вы все еще нейтральные? Во, вредители, слушайте. Да, я помню. Я помню эту шляпу. Короче, куча этих пухнастиков тут появляется. Их типа нужно истребить и потом еще что-то. Вот видите, вот они появляются, когда мы оборону изучаем определенного уровня. То есть вот такие вот ивенты, они активируются только после изучения технологий определенных. Также они ограничивают, то есть они делают так, что, ну то есть, например, там ивент с чужим, он делает так, чтобы мы не могли, короче, это. Что не могли? Не могли выучить все технологии и потом только начать делать уже оружие самого высокого качества. То есть, если ты будешь, пока ты будешь учить все технологии, у тебя вот эти вот ивенты произойдут. Но этот ивент безопасный относительно. Но дальше пойдут ивенты, которые могут убить всех твоих персонажей. И, в общем-то, это не круто. Как вы, наверное, понимаете.
Слушайте, а где мы алюминий добываем? Надо отключить там, где мы его добываем. Не добывать больше. Во, все. Нам и так его слишком много. Пока не потратим, не буду включать заново. Во, игроки, молодцы. Может, потанцуете еще? Этот опьянение ждет. Чувак, зависимый, хватит. Я не хочу опьянение вам удовлетворять. Придурки, блин. Приезжают набухаться. У нас тут ЗОЖ. У нас тут, короче, здоровье. Все дела. Здоровый образ жизни, если что. А то, знаете, говорят, ЗОЖ, ЗОЖ. Знаете, есть ЗОГ, это, короче, зона игр, ЗОГ, Zone of Games. А также ЗОГ есть, короче, Zionist Occupation Government, короче. Мировое еврейское правительство. То есть, видите, какой я умный, я знаю, что означают аббревиатуры. ЗОЖ, ЗОГ, и при этом у ЗОГа несколько значений. Опытный инженер. А ведь не все это знают, и не все догадаются загуглить все это. Да и зачем это нужно обычному обывателю? Гуглить подобные вещи. Ну-ка, репутация. Ну сколько можно? Ты что, остановилась? У этих тоже как-то остановилась, или я не понял, что происходит? Или может просто наша игра замедлилась, в принципе? Кстати, у нас еще и много слизи. Да всего много. Слишком много ресурсов, нужно куда-то их тратить, да? Можно, кстати, расширить на будущее. У нас же тут нет места для новых вещей. Давайте расширим. Ну и здесь, кстати, я так подумал, здесь нужно сделать другой выход. То есть здесь нужно вот так вот удалить и поставить здесь, короче, тупо дверь. Чтобы можно было быстро сюда выходить. Где дешевый корабль? Вот он. Шум 130, жесть. В такой этой обстановке работать, конечно, жестко. Ай, точно. Вот это ж нужно удалить, получается.
И здесь, конечно же, нужно запретить посетителям ходить, а то будут тут бегать. Тут эти пухнастики, эти паразиты, типа, они не паразиты, они пухнастики. Пухнастику. Це Айкис. Да неужели вы... Наверное, им нужно какие-то ресурсы продать. Я не знаю. А у нас никаких ресурсов для них нет особо. Ну никак. Нельзя с ними подружиться, да? Или я не знаю, что за фигня. Может быть, все-таки, если подождать, что-то случится интересное. А, и точно, я давно не проверял здесь. Так, нанять возраст. Опять. Во, сражение 40. Сражение 40. Нанимаем. И сразу же давайте-ка. Четыре. Вот, все. Воин 4. И как бы... Ты что творишь, робот? Ты офигел? Люди минус 151. Ну вы серьезно? Жесть. Что ты натворил? Это какой-то ужас. Такс. Ты достаточно опытный, чтобы стать охраной. Ты тоже. Блин, а у нас еще один охранник появился. Ну, поздновато, мы уже наняли девку. Это чей труп? На вкус получается как курятина. Я почему-то сомневаюсь, что точно так же было написано на английском. Это какой-то дебильный перевод. Смотрите, сколько людей погибло. То есть с людьми у нас сейчас будут проблемы, да? А нет, нет никаких проблем с людьми. Они рады. И с круассанами тоже. Круассаны, кстати, почему-то квыкастые такие. Очень они странные. Зато коврики попалили, теперь можно будет заново их построить и утилизировать остатки также. В общем, теперь мы промышленность можем расширять здесь. Такое впечатление, что стая Чучу не улучшает с нами отношения совершенно. Посольство есть, рейтинга нет. Надо, наверное, все-таки хоть раз с ними торгануть. Какой-нибудь качественными рационами, например.
Конечно, самое простое это автоматическими переводчиками с ними торгануть. С этими можно таблетками торгануть, кстати. Такс, и теперь нам надо, пожалуй, что сделать? Где тут десант? И давайте назад теперь десант. Такс. Такс. Все. И вот здесь у нас все шестеро. Вот, наша команда готовая. Теперь мы Ctrl-1 ее пиндим сразу же, чтобы не париться в будущем и быстро ее выбирать. И можем даже сохраниться. Но я, пожалуй, подожду с этим. Может быть, этих пухнастиков поубивать? Я хз. Тут же ж не указано, сколько у нас репутации. Почему? Уже фиг знает, сколько времени она стоит на одном месте. Может быть, выполнить какое-то задание для них? Я не знаю. Здесь тоже вроде бы стоит на месте. Может, какой-то глюк? А как же посольство? Ладно, сейчас нужно сохраниться и перезагрузиться. Итак, мы продолжаем. О, охрана 4 уровня выучена. Ну... Я, конечно, вовремя все это. Дальше охрану мы, естественно, учить не будем. А вот еду и напитки, пожалуй, стоит выучить. Потому что хоть здесь и требуются семена, но это может быть нашим единственным способом чего-то добиться. Хотя мы шпицу можем продавать им. Да. Стая чучу. Да, пицца. Пицца это выход, но нужны жуки. И что-то еще. Или же можно полететь и выполнить у них задание. Думаю, это хороший вариант. Попробуем выполнить задание. Значит, теперь срочно, просто срочно нужно клепать кучу оружия. 15-го, вот, 16-го, 20-го. Двадцать штук таких. Двадцать броник. Это будет очень накладно по ресурсам. Но мы-то для этого все и делаем. Такс, и усиленная дверь. А, вот, то есть обычная дверь как бы от посетителей не защищает, да? Ну ладно.
Слушайте, а может быть здесь поставить камеру, типа, по приколу? А может и нет. Вот так вот поставим. В общем, получить доступ к жукам и другому говну нам бы пригодилось, я думаю. Ух, тут никто след... А, у нас же исследования не выбраны. А что ж нам исследовать? Ну, давайте строительство кораблей. Больше мне ничего не остается исследовать. Пока что, по сути. Вот посмотрите, насколько легко здесь исследования, короче, прокачать фактически в нужное русло. То есть здесь многие исследования, по сути, нам сейчас не нужны. Из-за того, что ресурсов нет. А ресурсы мы добыть не можем. Или можем? По идее, можем. Так, сейчас 150 тысяч будет, и, наверное, отправлю исследователя. И будем надеяться, что чужие у нас не появятся. Было бы очень неприятно. Блин, сейчас роботы, короче, будут у робота очень большие проблемы с зарядкой. Капец просто. Слушайте, нужно какой-то запас, короче, вот этих батареек сделать. Вот здесь. У нас же их, смотрите, 50 всего лишь. Пусть будет 500. Ну, конечно, сейчас это нам не поможет. Давайте-ка прервем пока что. Церковь Лактуса. Фух, я уже напугался. Значит, есть тут что-то... Из высокого уровня микробиоту требует. Ну, отлично просто. Ноги массово требуют. А кроме массово что? Десяточек давайте сделаем. Массово титан и алюминий. Отлично просто. Ой, титана. А титана хватит? Сколько тут осталось еще? Может и не хватить, знаете ли. Возможно, не стоит сильно... Смотрите, уже титана не так уж и много. Блин. Нехорошо это все. Ладно. Давайте-ка откроем путь сюда. Вот тут у нас исследователь, да.
И тут у нас есть шарик, который откроет нам систему. И что в этой системе? Тут еще люди? Прикольно. Я думал, только начальные системы с людьми. Ну, тем лучше для нас. Сразу же не нужно будет ни с кем договариваться, просто. Так, тут что за ресурсы? Тут есть азот, тут есть жуки. Жуки. Ну да, и все, что здесь есть. Кстати, азот же нам понадобится для движков. Да, так что... Блин, я не учел. Смотрим, что здесь у нас требуется. Сталь. Эй, не лагай. Микробиота, блин. На. Микробиоту где брать? Вот это, конечно, еще тот вопрос. А ну-ка, давайте тогда этот вопрос решать. Микробиота. Вот здесь есть. Да. Интересненько. Ну, или можно выбивать из врагов. Я думаю, мы выбьем из врагов, наверное. Не хочу открывать много систем. Да и денег у меня на это нет. А может, и азот выбьем из врагов. А может, и нет. Хотя нет, пожалуй, все-таки азот мы здесь... Построим инфраструктуру для добычи. Такс. Дальше, значит, места хранения. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте 10 сразу, потому что нам нужно много. У нас есть деньги на это, так как мы не тратились на улучшение отношений, ведь здесь людишки наши живут. И то есть я хочу, то есть, ну, нам азот нужен для каких-то конкретных вещей пока что. Поэтому можно его накопить много, а потом привезти на каком-то корабле чисто одноразовой, скажем так, поездкой, полетом. Не ставить на автопилот перевозку азота. Тем более, кстати, он будет очень дешев у нас. А людишки, они...
Азот 1,50, видите. Довольно дешев. Довольно дешев. Ой, тут эти буфалы. Ну ладно, с ними потом разберемся. Сагрим их на кого-нибудь. О, а, ну я на паузу поставил, оно перестало лагать. Это нормально. Все, лактусы улетели. Но их, кстати, можно атаковать, этих лактусов. Не знаю, что после этого будет. Они, наверное, будут защищаться как-то. ХЗ вообще. Но главное, что можно и не атаковать. Как бы... То, что атаковать можно, это мы и так знаем. Давайте-ка попробуем их увести подальше. Буфало этих. Рог шрама они называются почему-то. Но они опасны, видите, они 8 уровня все-таки. Они напали. Ладно, нам плевать. Пока что пусть 520 накапливается, как раз будет один большой корабль. А мы отправимся на другие планеты. Да, больше, наверное, мы не будем вербовочные центры строить. Или будем? Я хочу проверить, что будет, если очень много вербовочных центров настроить. И у меня как бы есть возможность это сделать. Они все равно дешевые, видите? У нас даже деньги не уменьшаются, то есть нам хватает. Мы их получаем быстрее, чем тратим. А, стойте. Видите, уже по 4 корабля постоянно стоит здесь. Круто, да? А сколько аккумуляторов? 28 накопилось. Ну что-то маловато. Можно, конечно, что-то построить тут дополнительное за эти аккумуляторы. Давайте по одной штуке. На всякий случай, оружие в первую очередь. Оружие, броня, потом уже все остальное. Эй, ты чё так долго-то?
Тут, кстати, планеты полностью случайно генерируются. Какие города? Ах, куда уходит детство? В какие города? Так, чё за лаги? Ну, достали уже. И лагают. Ну, с другой стороны, какая разница? Так, раз, два и три. Я хочу узнать, будут ли более качественные юниты попадаться. Не алфавитный, а возраст. Вот. Так, ремонт 6 очков, медицина. Ну, не знаю, пока что, конечно, непонятно. Да, вот здесь будут жуки. Нужна ли нам инфраструктура для добычи жуков? Возможно. А возможно и нет. Пока что не хочу ее здесь строить. Лень мне. Просто лень. Ой-ой-ой! Не-не-не-не. Чё ж я сюда телепортировался? Я чё, идиот? Похоже на то. Если бы знать, какая соседняя система. Человеческая или еще какая-то. Ну или, может быть, давайте все-таки построим жучины. Потому что все равно придется за ними возвращаться. Ну вот придется и все. Так что геморроиться потом? Зачем откладывать на потом то, что можно сделать сейчас? Или наоборот? Зачем делать сейчас то, что можно отложить на потом? Значит, жуки у нас в некоторых местах есть тут, да? Они нам пригодятся для пиццы. Еще для чего-то.
Для шипучки Ориона, по-моему. В общем, это полезный ресурс. Но его мы будем, когда добывать, скорее всего, будем добывать на автопилоте. Поэтому не буду я строить 10 хранилищ здесь. Может, и построю когда-нибудь. Но не сейчас. Пираты. Они все-таки могут еще вторгнуться. Пищу нашу отобрали, да? Надо будет этим озаботиться, однако не сейчас. Такс. Не-не-не, куда ты обходишь? Ты дура, что ли? Сюда давай. Да-да. Раз дура, тебе место здесь. Так-с. Так, пожалуйста, успей достроить, успей достроить, успей достроить, успей достроить. Е-е-е. Всё, убегай. От жуков. Ну все. Значит, мы взлетели. Жуки пусть пока что добываются. И нужно будет залететь после того, как мы здесь все приходуем. Еще кое-куда. Пусть жуки немножко добудутся. Кстати, а люди, оказывается, жуков продают? Да. Да, за 1,50. Не замечал этого. Почему-то я недооценивал людей. Пираты, я так понял, нападают в зависимости от того, на скольких планетах мы понастроили всяких своих посольств, еще чего-то. Ага, точно. То есть, если мы строим всякие посольства, то нападают пираты. А если мы строим, короче, добывающие здания, то нападают роботы. Интересненько. Скорее всего, так это работает. То есть, потому что если мы сидим и ничего не делаем, то дополнительные планеты у нас не захватывают. И, в принципе, можно не отвоевывать эти все планеты. Так, теперь мы взлетаем. Теперь отправляемся сюда. Ой, тут что-то какое-то говно. Ладно, разберутся.
У нас 104 тысячи все равно. Хотя у нас же было 150, то есть мы 50 тысяч все-таки потратили. За время своего буйства. О, смотрите, за то, что мы Чучу поможем, они нам дадут 792 стручка. Это круто, это очень много. Если вообще мы сможем получить их. То есть нужно на каком-то большом корабле, а не десантном, лететь. Хотя, в общем, слишком большая награда, как по мне. Или они прямо на нашу планету их вывожат, эти стручки. Так, давайте-ка отстроим здесь пищу. Потому что без еды оставаться как-то вообще было бы плохо. Раз, два, три, четыре, допустим. Один вот этот. Дальше один вот этот. И вот здесь еще нужно будет построить. И вот здесь, да. А тут даже всяких противных диких чуваков нет, да? Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, слушайте. Вот так давайте построим. Чтобы не сагрить на себя никого. Сейчас роботы, конечно, сагрят. Но это ж роботы. Пусть на них и агрятся наши противники. Эй, ты куда? Ладно, пофигу. Потом достроим. Нам нельзя терять времени. Такс. И такс. Стоит ли посольство построить? Я думаю, стоит. Такс, и теперь вот этот товарищ. Да. Коломбила 6, Коломбалия.
А у нас довольно много здесь все равно еды, смотрите. Так, тут азота не хватает, да? Ну, сейчас чего-нибудь придумаем. Вот у нас есть корабль. Такс. Тут, значит, дипломат нужен. Да. И вот Evident Star. Давайте полетит у нас. Вот сюда. За интересными ресурсами.